Сооружения механическо-биологической очистки в Новоульяновске были введены в эксплуатацию в 1968 году. И за это время комплекс пришел в неприглядное состояние. Работы по реконструкции очистных сооружений начались в 2017 году. За это время разработали проектную документацию и получили положительное заключение госэкспертизы. Сейчас, по нашим расчетам, эти очистные, ну, они выполняют, конечно, какую-то механическую очистку, но как биологическая очистка она уже не работает. И суточный прием вот этих вот сточных и хозбытовых стоков где-то около 1200 кубов в час при проектной мощности 600. Сюда, значит, поступают стоки с предприятий, с жилого фонда, это как поселок Северный, ну и с некоторых мелких предприятий, которые находятся на промышленной площадке. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году. Установят новые бассейны, приемные камеры и отстойники. 293 миллиона рублей – общая стоимость работ по вот с этим очистным сооружением верхним. Значит, сейчас техническое задание подготовлено на проведение торгов. Лимиты у нас есть, значит, региональные. Значит, рассчитываем, что где-то в октябре месяце мы полностью контракты заключим, уже предварительные переговоры провели с потенциальными, значит, участниками. Реконструкция позволит три раза увеличить пропускную способность объекта с 630 кубов в час до 2000. При этом в три раза уменьшится количество неочищенных вод, сбрасываемых в Волгу. Работы проходят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Общая сумма финансирования в Ульяновской области до 2024 года составит около 5 миллиардов рублей. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.